Добрый день, уважаемые участники торжественного заседания общественности, посвященного Дню Республики Саха-Якутия. Сердечно поздравляем вас с днем рождения родной республики. Саха Республика тен төрөбүт күнүнен итистин эгерде. Барга буян нах сахамдой дута, модун Россия кен туттуда, өркен өрөгөй тойгун тойдун, үйнер үйеге үрдү турдун. В президиум торжественного заседания приглашаются глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, прокурор Республики Саха-Якутия Максим Николаевич Попов, первый заместитель председателя Государственного собрания Ильтюмен Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Амосова, почетный гражданин Республики Саха-Якутия Климент Егорович Иванов. Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Амосова, почетный гражданин Республики Саха-Якутия Егор Михайлович Ларионов. Председатель Высшего совета старейшин Республики Саха-Якутия Люлия Николаевна Григорьева. Глава муниципального района Чурапчинский улус район, председатель Совета муниципальных образований Республики Саха-Якутия, Ассоциация межмуниципального сотрудничества Степан Анатольевич Саргыдаев. Герой Российской Федерации, народный депутат Республики Саха-Якутия Александр Гаврилевич Колесов. Герой Российской Федерации Игорь Васильевич Юргин. Герой Российской Федерации Николай Сергеевич Соболев. Руководитель автономной некоммерческой организации Комитет семей воинов Отечества Республики Саха-Якутия Марина Константиновна Бахилина. Руководитель автономного учреждения Республики Саха-Якутия Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм» Алексей Алексеевич Егоров. Председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Валерий Алексеевич Лютый. Участник 8-х летних международных спортивных игр «Дети Азии», член сборной команды Якутии по волейболу Алтан Афанасьев. «27 апреля – День Республики Саха-Якутия. В этот день в 1922 году постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика. Спустя 70 лет, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция Республики Саха-Якутия, принятая Верховным Советом 12-го созыва. Правовая основа нового этапа формирования государственности Якутии. В переломный исторический момент для страны она обозначила новый путь развития республики и была направлена на укрепление нашего общего дома – Российской Федерации. Торжественное заседание общественности, посвященное Дню Республики Саха-Якутия, считать открытым. Thank you.
В этот знаменательный день в адрес руководства Республики Саха-Якутия поступило много поздравлений. Разрешите зачитать поздравления от имени заместителя председателя правительства Российской Федерации, полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева. Республика Саха-Якутия – самый большой по площади и один из самых многонациональных регионов России. Здесь проживает более 120 этнических сообществ, сумевших сохранить самобытный уклад, традиции и культуру, культурно-историческое богатство нашей страны. Одновременно это край красивой, хотя и суровой природы, хранящий в своих недрах бесчисленные запасы золота, алмазов, серебра, платины и полудрагоценных камней, наше материальное богатство. И, конечно, главное богатство Якутии – это люди, их гостеприимство и радушие, выдающиеся способности, интеллектуальный и творческий потенциал. Якутская земля подарила нам много известных ученых, изобретателей, писателей, а также снайперов, равных которым не было в СССР. И сегодня трудолюбивые и талантливые жители Якутии идут впереди всех, обеспечивают страну IT-услугами, развивают цифровые системы, активно внедряют в самые разные сферы жизни искусственный интеллект и передовые разработки. Большой вклад вносят жители региона в дело победы, подготавливая снайперов, героически сражаясь в зоне специальной военной операции, изготавливая продукцию в рамках территории опережающего развития патриотической, поддерживая наших бойцов на передовой. Правительство России уделяет большое внимание развитию Якутии. На территории региона действует все дальневосточные меры поддержки, реализуются инвестиционные проекты, открываются предприятия, создаются рабочие места, строятся новые школы, детские сады, спортивные комплексы и больницы. По поручению президента начата масштабная реновация Якутска и Нюрнгри. Уверен, это только начало. Работая вместе, мы сможем достичь самых высоких результатов. Поздравляю с Днем образования Республики Саха-Якутия. Желаю счастья, благополучия и новых побед во благо нашей страны. Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Утуктабуллах, сахам сирин, ютюманы, джонахергете, кюнду дугуттор, барджаном, саха республикетин күнінен, долгиян туран, верен көтен туран, ититик истинник, эгарделибін көңілдер. Бу беле көні көрсі беге республикабетін ұлықтабыт ұлы жомбутугар. Төребіт дойды бұтын сайындар бұт бары көленелерге дерен мақтал бұтын тердебіт. Уважаемые сограждане, дорогие якутяне, от всей души поздравляю вас с днем нашей республики, с днем республики Саха-Якутия. Этот день, 27 апреля, отмечен судьбоносными событиями, которые на разных этапах истории в 1922 году, в 1992 году определили будущее Якутии, ее цивилизационный рост как неотъемлемой части России. Сегодня наша Родина борется за свое будущее против агрессии Запада. Мы выбрали единственно верный путь, стали опорой и поддержкой для всей страны. В республике живут представители 135 этносов.
и весь наш многонациональный народ отличает умение сообща противостоять любым трудностям. В непростое для Отечества время мы вместе приближаем общую победу. Бойцы-якутяне сражаются на полях специальной военной операции. В преддверии Дня Республики указом президента России Владимира Владимировича Путина участнику специальной военной операции, работнику акционерной компании «Алроса» Николаю Евдокимову присвоено звание Героя России. Уже 7 наших воинов удостоены этого высокого звания. Сегодня здесь с нами Александр Колесов, Николай Соболев, Игорь Юрген. Давайте вместе, стоя, поприветствуем их и в их лице всех защитников нашего Отечества. Спасибо. Мы, якутяне, гордимся каждым бойцом, сражаемся за Родину и, конечно, желаем всем нашим ребятам скорейшего возвращения живыми, здоровыми домой с победой. Я от всей души благодарю жителей республики за труд во благо Родины, за поддержку наших воинов, за помощь их семьям. Благодарю за большую работу по восстановлению подшефных городов Кировский, Докучаевск, Донецкой Народной Республики. Такая солидарность, такое единство не оставляют сомнений в нашей победе. Солидарность и единство – это то самое, что составляет истинный характер народа. Именно эти качества проявили жители республики в дни недавних испытаний. Мы все как один осудили чудовищный теракт в подмосковном Крокус-Сити, целью которого было посеять панику, разобщить народ России. Тысячи жителей республики приняли и принимают участие в сборе помощи регионам, пострадавшим от небывалого паводка. Кому, как не нам, знать важность единства перед натиском стихии? Как раз в эти дни мы готовимся к прохождению паводковых вод по всей огромной территории республики. Я уверен, только вместе, в бою и в труде, в защите Родины, в ее развитии мы достигнем всех поставленных целей. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, День Республики отдавает дань уважения основоположникам нашей государственности Максиму Кировичу Амосову, Платону Алексеевичу Аюнскому и Сидору Никифоровичу Барахову, их сподвижникам, я хочу подчеркнуть вклад выдающихся сынов Якутии в становление государственности всей нашей страны. На прошлой неделе с 18 по 23 апреля состоялись Дни Якутии в Республике Казахстан. И вы знаете, я был очень приятно удивлен, наверное, как и все другие члены делегации, что на самых разных мероприятиях, на встречах мы видели живую, благодарную память казахстанцев о Максиме Кировиче Амосове. Они помнят нашего легендарного Максима как руководителя, сделавшего очень много для развития сельского хозяйства, как основоположника поддержки национального искусства в Казахстане, как человека, который за очень короткое время поднял угледобычу в Караганде на 3-е место в Союзе. Помнят как истинного патриота своей страны, и эта память крепко связывает наши братские народы. Теплые слова о Якутии, о якутянах сказал мне президент Республики Казахстан Касым Жомарт Кемелевич Токаев во время нашей встречи. Он прекрасно знает нашу историю, знает историю эпоса Олонхо, высоко ценит важность сбережения общих корней и культуры наших народов. Президент Казахстана выразил уверенность, что сотрудничество с Якутией, крупнейшим субъектом Великой России, еще сильнее укрепит фундамент незыблемых связей Казахстана со всей нашей страной. Уважаемые сограждане, 27 апреля 1992 года вступила в силу Конституция Республики Саха-Якутия. Это историческое событие в истории навсегда будет связано с именем нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Сегодня мы, к сожалению, в первый раз отмечаем День Республики без основателя Новой Якутии. Но с нами осталось великое наследие Михаила Ефимовича, его пример незыблемой веры в нас, в якутян, в их талант и энергию. И наш долг
продолжать его дело, открывать миру истинные ценности сотрудничества и дружбы. 60 дней осталось до старта 8-х международных спортивных игр «Дети Азии», основанных нашим первым президентом в 1996 году. В эти дни эстафета «Огня игр» идет по всем районам республики. 26 июня она завершит свой огромный путь в 37 тысяч километров на стадионе «Туймаада» в Якутске. И рад, что прекрасный подарок и на День республики, и вот в преддверии канун игр нам преподнесли наши спортсмены. Вчера в Грозном завершился чемпионат России по вольной борьбе среди юниоров, где наши борцы добились прекрасного результата. Чемпионами России стали Лев Павлов и Андрей Медловец. Серебряную медаль завоевал Артем Слепцов, а Эдуард Павлов и Роман Николаев стали бронзовыми призерами. И впервые за много лет весь пьедестал, весит до 61 килограмма, стал якутским. На игры «Дети Азии» уже заявлено свыше 3000 участников из зарубежных стран и российских регионов. «Дети Азии» станут крупнейшим международным спортивным мероприятием года в стране, и для нас, якутян, дело чести провести их на самом высоком уровне. Под руководством Федерального оргкомитета во главе с Юрием Петровичем Трутневым подготовка к играм идет полным ходом, завершается строительство и капитальный ремонт 11 объектов в Якутске. Перед администрацией столицы стоит задача в срок завершить работы по благоустройству, ремонту улиц, общественных пространств. Я призываю, пользуясь случаем, жителей Якутска, трудовые коллективы, предприятия, организации принять участие в наведении чистоты, подготовке родного города к встрече тысяч гостей с многих-многих стран мира. Важнейшая задача – обеспечение высокого уровня безопасности во время игр. И я рассчитываю, что не только правоохранительные органы, но и горожане, гости столицы со всей ответственностью отнесутся к поддержанию порядка и безопасности. Игры «Дети Азии» дадут символический старт преобразованию Якутска в рамках мастер-плана, одобренного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В 2025 году распахнет свои двери Арктический центр эпоса и искусств, о создании которого я объявил как раз здесь, в этом зале, в День Республики 5 лет назад. Начнется строительство крупнейшего за Уралом многофункционального кинопавильона и межвузовского кампуса. Сегодня мы установили первую сваю в новый комплекс Высшей школы музыки на Покровском тракте, который будет вести дальше к Ленскому мосту, который по поручению президента страны должен быть построен не позже 2028 года. В будущем году мы отметим золотой юбилей города Нерюнгри. Облик и качество жизни столицы Южной Якутии также будет меняться согласно мастер-плана, получившего одобрение главы государства. Друзья, мы все видим, как много за последние годы нам удалось сделать благодаря личной поддержке президента России, благодаря его пониманию, насколько непросто жить и трудиться людям на суровой якутской земле. Об этом Владимир Владимирович с большим уважением ко всем жителям республики говорит мне на наших встречах. Якутия в прошлом году заняла 3-е место среди регионов страны по финансированию национальных проектов из федерального бюджета. А это новое жилье, дороги, рабочие места для якутян. За 6 лет с 2018 года в нашей республике построено 369 крупных социальных объектов, которые улучшили жизнь людей, преобразили города и села. В этом году мы должны ввести рекордные 76 объектов социального назначения. Школы, детские сады, больницы, дома культуры, спортивные комплексы. Вся эта огромная работа направлена на улучшение качества жизни якутян. И здесь, безусловно, результаты у нас есть. В республике не снижается рождаемость. С начала года на радость своих семей родилось уже 3292 малыша. В год детства мы обращаем особое внимание улучшению условий для их счастливой жизни. Вчера я подписал новый указ, которым установлены новые меры поддержки многодетных семей. Их достаточно много, все перечислять здесь не буду, но скажу, что с 1 сентября дети из всех многодетных семей, все дети, будут получать бесплатное питание в школах, будут пользоваться бесплатным проездом в городских и пригородных автобусах. Также всем многодетным семьям будет предоставляться право на 30% льготу по оплате жилья и коммунальных услуг.
Растет продолжительность жизни якутян. Она по итогам прошлого года составляет 73,67 года. Это больше впервые в истории, чем в среднем по стране. Мы будем и дальше создавать условия для здорового долголетия, для благополучия всех наших жителей. Эти цели близки и понятны каждому человеку, и мы всегда будем идти к их достижению. Уважаемые якутяне, на прошедших марте выборах президента Российской Федерации, которые, я уверен, определили будущее нашего Отечества, жители Якутии безоговорочно отдали свои голоса за Владимира Владимировича Путина. Я искренне горжусь тем, что мы показали свою сплоченность, показали, что все наши помыслы и в республике, и в стране объединены в одну силу. Благодаря труду якутян республика сейчас стала настоящей опорой экономики страны. Мы занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе место в России по добыче золота, третье по добыче угля, пятое по добыче нефти и газа. За последние 3 года валовый региональный продукт у нас увеличился почти на четверть, в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по стране. У нас реализуются крупнейшие инвестиционные проекты России, и на наших глазах сегодня создается новый транспортно-энергетический каркас республики. Мы продолжаем наращивать взятые темпы. За 3 месяца этого года, в сравнении с 1-м кварталом прошлого года, у нас на 9% с лишним возросло промышленное производство, на 20% сдано больше жилья, есть рост в производстве сельхозпродукции, и на прошедшем пленарном заседании Ултумена в рамках корректировки госбюджета финансирование сельского хозяйства увеличилось еще почти на 800 миллионов рублей и достигло рекордных 15 700 000 000 рублей. Это хороший задел для выполнения главной задачи наших аграриев – производить как можно больше качественных продуктов для якутян. Конечно, нам еще предстоит много сделать, но мы за последние годы не оставили никому сомнений, что Якутия способна реализовать самые масштабные задачи. Задачи на ближайшие годы определены стратегическими указами главы республики, которые направлены на борьбу с бедностью, рост доходов граждан, на укрепление общественного здоровья, на достижение нового качества образования и профессиональной подготовки. Согласно указу о развитии современной транспортной и энергетической инфраструктуры, за 5 лет в эти отрасли будет инвестирована колоссальная сумма не менее 600 миллиардов рублей. Серьезный упор мы делаем также на развитие сельского хозяйства, местного производства, туризма, на выход якутских компаний на российские и международные рынки. За последние годы мы добились высоких темпов развития не только в традиционных отраслях, но и в индустриях, которые основаны на уникальном человеческом капитале Якутии. Я хочу объявить, что сегодня, вот буквально перед нашей встречей, я подписал указ, указ о развитии креативной экономики республики, который направлен на развитие человеческого капитала якутян, на создание бизнеса в сфере творческих индустрий, на повышение конкурентоспособности наших предприятий, поддержку экспорта креативной продукции. С прицелом выхода на внешние рынки будут развиваться киноиндустрия и анимация, разработка видеоигр, программного обеспечения, ювелирная отрасль, музыка, мода, народно-художественные промыслы. Для повышения конкурентоспособности новых отраслей будет обеспечено применение искусственного интеллекта, новых материалов и наукоемких технологий. Правительству республики поручено создать специализированные меры поддержки, развивать инфраструктуру для творческих индустрий. Также будет расширяться инфраструктура цифровых систем и сервисов, защищенных от кибератак, будет обеспечиваться доступ к высокоскоростному интернету на всей территории республики, в том числе и в арктической зоне. К 30-му году 70 тысяч якутян, а сейчас их 45 тысяч, будут заняты в новых отраслях креативной индустрии. Для этого будет организовано повсеместное обучение креативным предпринимательским навыкам детей и молодежи, начнет действовать программа профориентации и подготовки кадров, в которую будут вовлекаться школьники. Передовые образовательные программы будут внедрены в наших ведущих вузах и колледжах. К 30-му году поставлена задача создания университета креативных индустрий мирового уровня на базе Арктического государственного института культуры и искусств в городе Якутске.
В результате возрастет вклад технологического предпринимательства, креативных индустрий в экономику республики, а значит, мы выйдем на новый уровень развития человеческого капитала, талантов, способностей якутян, обеспечим лидерские позиции Якутии по уровню развития креативной экономики в Российской Федерации. Безусловно, для достижения поставленных целей нам всем надо работать еще эффективнее, еще более профессионально. Надо уходить от быстро устаревающих методов производства и управления как в бизнесе, так и в социальной сфере, в государственном и муниципальном секторе. Этого требует время, этого требует высочайший запрос на улучшение условий жизни, условий для самореализации людей и нашей молодежи. Президент России Владимир Владимирович Путин задал мощный вектор уверенного развития всей страны, а значит и нашей республики на годы вперед. Уверен, что подлинные ценности жителей Якутии, трудолюбие и честность, смелость и патриотизм станут движущей силой в нашем пути вперед вместе со всей нашей великой страной. Дорогие якутяне, друзья, в этот праздничный день я хочу сказать огромное спасибо вам, людям самых разных профессий, нашим ветеранам, нашим юным жителям. Я искренне от всего сердца благодарю вас за мужество, за труд, за то, что, несмотря ни на какие сложности, вы не теряете оптимизм и веру в светлое будущее. Всем, кто живет и трудится в нашей замечательной республике, я желаю здоровья и благополучия, счастья и любви, успехов и процветания. С праздником, дорогие друзья, с Днем Республики! Уруй Аяхал Саха Республика Тыгар! Уруй Аяхал Улу Россия! Слово предоставляется главе муниципального района Чурапчинский Улус район, председателю Совета муниципальных образований Республики Саха-Якутия, Ассоциации межмуниципального сотрудничества Степану Анатольевичу Саргыдаеву. Атактабуллах, Айсен Сергеевич, Атактабуллах, Модун Россиевит, Герой Дыра, Александр Колесов, Николай Соболев, Игорь Юрген, бүгінгі үрігей мұнняған күттілақтыра, күнді ветераннар анал байыны жайы күттілақтыра. Эхгіне барғытын бейіні салайыны бары арайон бағалықтырын аттырыттан, Чурапчыл ұғын жонын сергетін аттырыттан, тапталлақ үріс публикавит түрөбік күнінен ити істен ағардабын теддабын. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые герои Российской Федерации Александр Колесов, Николай Соболев, Игорь Юрген, уважаемые участники торжественного собрания, дорогие наши ветераны, участники специальной военной операции. От имени руководства и жителей Чурапчинского улуса, Совета муниципальных образований Республики, поздравляю со знаменательной датой для всех жителей Якутии – Днем Республики. 27 апреля – особая дата в истории Якутии. Это наш общенациональный, общенародный праздник. В этот день, в 1922 году, была создана Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. А спустя 70 лет в этот же день была принята Конституция Республики, определившая статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Сегодня по всей республике проходят мероприятия, посвященные Дню Республики. Так с утра в торжественной обстановке в своем улусе вручил 24 юным чурапчинцам первые паспорта граждан Российской Федерации. Возложили цветы к памятнику Ивана Николаевича Винокурова, исполнили гимн республики и станцевали «Огохай». Создание государственности республики Саха-Якутия стало прочным фундаментом для развития всех сфер. Культурные традиции и духовное богатство народа возродилось, появилась консолидация многонационального народа. С того времени Якутия вносит большой вклад в общее развитие страны.
Сегодня мы чтим память великих сынов Якутии, которые стояли у истоков создания республики и оставили свой след в истории. Платона Аюнского, Максима Амосова, Исидора Барахова, Степана Аржакова, Степана Васильева, Ивана Винокурова, которые отдали жизни во благо светлого будущего своей Родины. Возвращение славного имени нашего земляка, незаслуженно забытого Ивана Николаевича Винокурова, было большим достижением для общественности родного Луса и всей республики. Наш первостепенный святой долг на сегодня – это сохранить духовные устои общества, ценить и изучать истории, увековечивать память людей, которые стояли у истоков создания республики. Сегодня наш северный край стремительно развивается. Отрадно, что руководство республики проводит большую работу для развития сельских территорий. В муниципальных образованиях Улуса из года в год вводятся новые школы и сады, многоквартирные благоустроенные дома, объекты здравоохранения, культурно-спортивные комплексы, активно ведется газификация населенных пунктов. Вся работа, которая сегодня ведется по всем направлениям развития, является прямым продолжением и следствием создания государственности, которую отстояли наши предшественники, настоящие патриоты Якутии. В свете происходящих событий в мире понятие патриотизм наполняется новым смыслом. Этот праздник имеет особую важность, напоминая нам о единстве наших народов, о преодоленных трудностях во благо нашей Родины. И, конечно, об ответственности за будущее нашей великой страны. В этот день желаю только созидания, множества добрых дел и славных успехов. Пусть исполняются все намеченные планы и замыслы. И хотел бы завершить выступление словами из государственного гимна нашей любимой республики. Барга баяннах сахам дойдута, мадуна Россия кен туттута, эркен эрегей тойгун тойдун, үйнер уяга үрдү туроктун. Тапталлах сахабыт республика тыгар, урой! 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 Мактал. Герой России – это высшее звание, которое дается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая звезда». Но прежде всего, герои России – это люди, которые своим подвигом прославляют Отечество, служат примером преданности и отваги. История памятных дат нашей страны неразрывно связана с их именами. Их подвиг – это ежедневная работа, а мужество и отвага – принцип жизни. Слово предоставляется герою России, участнику специальной военной операции Игорю Васильевичу Юргину. Здравствуйте, дорогие якутяне! Хочу вас поздравить от лица ветеранов боевых действий, от лица офицеров и солдат, которые проходят сейчас службу на специальной военной операции. Спасибо вам большое за поддержку. Очень важно для солдата его крепкий тыл. Когда он возвращается домой, его поддерживают. Это очень приятно. Спасибо вам большое. Хочу вас поздравить с праздником. От лица солдат и наших офицеров, которые защищают сейчас интересы нашего государства. Также хочу поблагодарить за приглашение главу республики Саха-Якутия Николаева Айсена Сергеевича. Большое спасибо за теплый прием. Очень был тронут, честно, очень тронут от того, какая у нас большая дружная республика, большая дружная семья. И хочу вам пожелать, берегите друг друга, берегите вот эту теплоту, отзывчивость. Ее, к сожалению, к
сожалению, мало где встретишь, а вот нашей республике ее намного больше. Спасибо вам большое. С праздником! Летом 2024 года наша республика встретит гостей и участников 8-х летних международных спортивных игр «Дети Азии» с разных уголков Земли. В настоящее время участники спортивных игр усердно и активно готовятся к предстоящему событию. Слово предоставляется участнику 8-х летних международных спортивных игр «Дети Азии 2024», члену сборной команды Якутии по волейболу Алтану Афанасьеву. Уважаемый Асен Сергеевич, уважаемые участники торжественного собрания, разрешите от имени участников международных игр «Дети Азии» поздравить вас с Днем Республики Саха-Якутия. Мы рады, что международные игры «Дети Азии» вернулись в республику и в этом году, 25 июня по 7 июля, пройдут в городе Якутске. Это будут уже 8-е по счету международные игры спортивные игры «Дети Азии». Мы все помним, что первые игры «Дети Азии» были проведены по инициативе первого президента республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева в 1996 году, год празднования столетия современных первых Олимпийских игр. С тех пор масштаб игр растет с каждым разом. Если в первых играх приняли участие 250 спортсменов по 8 видам спорта из 7 стран Азии, то в этом году планируется, что в играх примут участие почти 3000 человек, команды из более чем 25 иностранных государств, представители федеральных округов и регионов Российской Федерации. В программу игр включено 17 обязательных, 5 дополнительных и 2 показательных видов спорта. Будет разыграно 239 комплектов медалей. Я являюсь участником игр «Дети Азии» в составе сборной Якутии по волейболу. Хочу поблагодарить руководство нашей республики за создание условий для подготовки к столь важным соревнованиям международного уровня. Сегодня мы можем тренироваться, участвовать в различных соревнованиях. Построено много современных спортивных объектов, спортивных залов, спортивных комплексов, стадионов, бассейнов, благодаря которым мы можем совершенствовать свои способности, достигать отличных результатов. Мы знаем, что игры «Дети Азии» стали трамплином в профессиональный спорт для многих известных спортсменов. Уверен, что занятия спортом в будущем даст нам уверенность в своих силах, качества, которые помогут нам во взрослой жизни. Мы хотим стать достойными гражданами России, учиться и работать во благо нашей страны и родной республики. Чувствуя вашу поддержку, поддержку всех якутян, мы смотрим смело в будущее и заверяем вас, что с честью будем представлять Якутию на всех соревнованиях. Еще раз поздравляю вас с праздником. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «Наша общая цель – сильная, уверенная, крепкая Россия, страна, в которой комфортно и безопасно жить, где люди своим честным трудом и талантом могут добиваться успеха. Достичь этой цели мы можем только вместе, проявив свою волю и сплоченность, не отступая перед трудностями и испытаниями. Вперед, Россия! Победа! Будущее!» Президиум просим пройти в зрительный зал. Через несколько минут начнется праздничный концерт. Основатели Государственности Республики, общественно-политические деятели Якутии 20 века Исидор Никифорович Барахов, Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Степан Максимович Аржаков сыграли значительную роль в становлении и развитии Якутии. Образование в 1922 году Якутской АССР стало важным событием в истории Якутии. На этой огромной территории проживало около 260 тысяч человек, а в городе Якутске чуть более 7 тысяч. 1917-1919 годы стали переломными в истории Якутии. Образование Якутской АССР диктовалось освободительной миссией Великой Октябрьской социалистической революции, явилось результатом претворения в жизнь ленинской национальной политики Коммунистической партии. Национальная политика Коммунистической партии исходила из того, что любая нация и народность, малая или большая, имеет право решать свою судьбу в соответствии с жизненными интересами и желаниями.
Со временем установления советской власти якутский народ всегда выражал стремление к дружбе и союзу с русским народом, к советской автономии. Важное значение имели решения 10-го съезда РКПБ, доклады и речи Владимира Ильича Ленина на этом съезде по национальному вопросу. Делегатами от Якутской областной партийной организации были Платон Аюнский, Максим Амосов и Исидор Барахов, которые после съезда перед Сиббюро ЦК партии и Сибревкомом поставили вопрос об образовании Якутской АССР как составной части РСФСР. 26 апреля 1921 года Платон Алексеевич Аюнский на заседании Сиббюро ЦК партии выступил с докладом о необходимости образования Якутской АССР. 16 мая того же года коллегия Наркомнаца, заслушав доклад Степана Максимовича Аржакова, дала принципиальное согласие на выделение автономной Якутской области и рекомендовала созвать съезд представителей якутских трудящихся для решения этого вопроса. Под непосредственным руководством ЦК партии областная партийная организация проводила подготовительные мероприятия по образованию Якутской АССР. Но практическое осуществление автономии протекало в условиях борьбы Красной Армии и всех трудящихся с вооруженными контрреволюционными отрядами. В этой обстановке 3 октября 1921 года открылся первый съезд ревкомов Якутии. Съезд призывал всех трудящихся принять самое активное участие в борьбе с белогвардейцами. Были обсуждены вопросы об автономии, классовом расслоении, выборах в советы, о земельной политике советской власти, народном образовании и другие. На съезде с докладом об автономии выступил Максим Кирович Амосов. Таким образом, на этом съезде представители народа впервые приняли решение о провозглашении Якутской автономной республики, входящей в братскую семью народов РСФСР. Съезд ревкомов принял решение провести выборы в Советы в ноябре 1921 года. 16 февраля 1922 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета постановил образовать Якутскую АССР как часть РСФСР. 27 апреля 1922 года принял подробное постановление об образовании Якутской АССР за подписью председателя ВЦИК Михаила Калинина и секретаря ВЦИК Авеля Янукидзе. Это постановление окончательно узаконило образование Якутской АССР как национальную советскую государственность якутского народа. Это историческое событие действительно имело важнейшее значение для нашего края и привело к значительным изменениям в политическом, социально-экономическом, культурном развитии. Якутия всегда будет помнить и чтить имена своих славных сыновей. Начинаем торжественный концерт «Вперед, Россия! Победа! Будущее!», посвященное Дню Республики Саха-Якутия. На сцене студенты Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой и детский ансамбль современной хореографии «Версия», художественный руководитель отличной культуры Республики Саха-Якутия Вера Яковлева. Солнце согревает лучами детей, в юных сердцах горит пламя. Руки к небесам в этот радостный день с гордостью мы поднимаем. Пусть победы дух над землей воцарит, спорт вдохновение наше. Тот, кто мечтал всей душой победить, станет легендой однажды. Oh,
творила все для больших успехов и результатов. Пусть память о прошлом сердце согревает, а будущее мы построим сами, построим сами. Солнце согревает лучами детей, в юных сердцах горит пламя. Руки к небесам в этот радостный день с гордостью мы поднимаем. Пусть победы дух над землей воцарит, спорт вдохновение наше. Тот, кто мечтал всей душой победит, станет легендой однажды. Желаем нашим юным спортсменам высоких спортивных результатов, побед, стремления. Вперед и только вперед! Якутия, будущее создается сегодня. Вместе к новым горизонтам! Thank you.
учащиеся Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских. Хореография Владимира Варковицкого, Семен Чернецкий, «Суворовцы». Сырдык ырар гыстанан, нарын ыры акынаттанан, тырым тыкта сандал саспыт, йөрү көтү эдер саспыт. Вас поздравляют лауреаты международных и всероссийских конкурсов, детский духовой оркестр Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия имени Василия Афанасьевича Босикова. Руководитель – заслуженный артист Республики Саха-Якутия Александр Эдуардович Кузьмин. Семен Чернецкий, марш танкистов. Аял Малышев, попурри марш на темы якутских песен. Thank you.
Детский духовой оркестр Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия имени Василия Афанасьевича Босикова. Руководитель, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Александр Эдуардович Кузьмин. Вас поздравляет лауреат международных конкурсов, хомусист, импровизатор Национального театра танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Зверева Кылуала Василена Шарина Улан. Yeah.
лауреат международных конкурсов, хамусист-импровизатор Национального театра танца Республики имени Сергея Зверева Кылуала Василена Шарина. Улан! «Радость тундры» – хореография заслуженного работника культуры Российской Федерации Любови Никитиной. Исполнили студенты первого курса, финалисты Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов Эвелина Пакина и Максим Максимов. На сцене ансамбля «Кынкырай» Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой – художественный руководитель Эркул Чулунов. Thank you.
Ансамбль «Кынкырай», художественный руководитель Эркул Чулунов. Народный ансамбль танца «Эркын» Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой. Художественный ансамбль танца «Эркын» Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Алена Павлова. В Астане прошли дни Республики Саха-Якутия в Республике Казахстан. Ключевым событием культурной программы «Дней Якутии в Казахстане» стал показ оперы «Олонхо Нюргун Ботур» на сцене театра «Астана Балет».
Казахский танец «Алькиса» исполнили учащиеся Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских. Исторические и культурные связи между Казахстаном и Якутией уходят корнями в глубину веков. Общие элементы культуры заметны как в языках, так и в традициях обоих народов. В сохранении и развитии культурных традиций и языковых особенностей мы видим выражение уважения к истории и духовным ценностям, что является предметом нашей общей гордости и бережного отношения. Дружба народов, единство России. Вас поздравляет государственный вокальный ансамбль «Туймада», художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия Светлана Иванова.